Я решила проголосовать за этого кандидата, потому что все-таки за это время экономика стала гораздо лучше в нашей стране, и жить стало лучше, и этот человек всегда был отзывчив к любым просьбам, и я думаю, он нам всем поможет. И, конечно же, особенно сейчас, перед угрозой оранжевой революции, сирийского и ливийского вариантов, и нельзя раскачивать лодку сейчас, и нужно всем вместе сплотиться вокруг одного лидера. Поэтому я приняла это непростое решение. Ну что, по-моему, нормально. Нормально. Молодец! Ну, носите давайте. Ага. Так, ну что, камера нормально работала? Да, снят. Звук был? Да, нормально. Ну все, тащите Венедиктова. Давай, что здесь, до утра, что ли, будем сидеть?